Здравствуйте, дорогие друзья! В концертном зале костёла Святой Катрин города Вильнюса сегодня вас приветствует ансамбль солистов Калининградского областного оркестра русских народных инструментов и солист из Санкт-Петербурга Сергей Зыков. Вы знаете, да, можно поаплодировать. Аплодисменты будут таким замечательным приветствием друг друга, вас, зрителей, артистов, которые через несколько минут выйдут на эту сцену. Вы знаете, вы... Да, да, они... Вы знаете, дорогие друзья, мы уже второй день в Литве. Накануне состоялся замечательный концерт в городе Висагинес. Сегодня мы здесь, у вас в Вильнюсе. Я с удовольствием представляю ансамбль солистов Калининградского оркестра. Сегодня мы здесь, в Вильнюсе, очень волнительно выступать вот именно в таких залах, где видишь, чувствуешь, понимаешь, что здесь просто все напитано историей, сохранена связь поколений, что именно чувствуешь и знаешь вот эту связь времен, стены, которые хранят отголоски минувших лет. Конечно, мы хотим, чтобы все, что происходило сегодня, будет происходить на этой сцене, отозвалось в ваших сердцах любовью, теплотой, чтобы было у вас хорошее настроение сегодня. Мы надеемся, что собрались в этом зале сегодня те, в ком живет любовь. Любовь к прекрасной музыке, к поэзии, к искусству. Любовь к людям, любовь к родной земле, любовь к природе. Ведь, находясь вдали от дома, мы очень чутко понимаем, переживаем и чувствуем вот эту любовь к родному краю, к своему родному дому, к любимому саду, к любимой улице. И затем, впоследствии, когда мы находимся уже где-то вдалеке от дома, ждем в других местах, мы, конечно, храним теплоту в душе, в любовь. Концертная программа, которую сегодня представляю вам, так называется «Тихая моя Родина». Для вас прозвучат, дорогие друзья, популярные, а также редко исполняемые песни и стихи великих русских композиторов и поэтов 20 века Сергея Есенина и Николая Лопусова. Соединение песен двух авторов в одной концертной программе не случайно. В поэзии Есенина и Лопусова присутствует глубокое национальное начало, а основная тема их творчества – любовь к русской природе, любовь к русской женщине, к родному краю. В первом отделении концертной программы прозвучат песни на стихи Сергея Есенина, на музыку Григория Пономаренко. Во втором отделении будут исполнены песни на стихи Николая Рубцова, к творчеству, к которому обращаются очень многие талантливые композиторы. Ну что ж, хочется, чтобы сегодня получился самый настоящий праздник. Открывает концертную программу ансамбль солистов Калининградского оркестра русских народных инструментов руководитель Андрей Степаненко. Для вас прозвучит инструментальное произведение Веры Городовской памяти Сергея Есенина. Thank you.
Дорогие друзья, сейчас на эту сцену будет исполнитель, которого многие из вас ждали с нетерпением. Обладатель прекрасного баритона, блистательный исполнитель романсов и песен Сергей Зыков. Зрители отличают его и отмечают его душевную открытость и благородство сценического облика, самобытную исполнительскую манеру. Программа «Тихая моя родина» уже стала своеобразной визитной карточкой для артиста Сергея Зыкова. На протяжении многих концертных сезонов с большим успехом проходила эта программа в лучших концертных залах России, самыми замечательными творческими коллективами, оркестрами. Итак, дорогие друзья, лауреат международных конкурсов, победитель престижных в России конкурсов романсов, обладатель первой премии Международного фестиваля современной духовной православной песни «Невские купола» Сергей Зыков. Для вас прозвучат песни, музыку, которую написал Григорий Мармаренко, слова Сергея Есенина. Вот оно, глупое счастье, выпился на озере с итальянка. Сергей Зыков.
которую написал знаменитый композитор, знаменитый музыкант и гармонист Григорий Федорович Пономаренко. Этот человек очень тонко чувствовал слово, каким-то своим чутьем угадывал стихи, которые в будущем станут замечательными песнями. И в творческом наследии этого композитора более 4000 музыкальных произведений. Он создал целые циклы на стихи Сергея Есенина, Александра Блока. Сегодня для вас, друзья, песни на стихи Сергея Есенина, которые стали поистине народными и разлетелись по всему миру. Есенина называют певцом березового птица, московским хазарным гулякой. Еще поэта любят, поэта ценят. Конечно же, нет человека и в России, и во многих странах за ее пределами, где не знали бы или бы не слышали этого имени Сергей Есенин, в стихах которого неимоверная преданная любовь к родине, любовь ко всему живому и, конечно, любовь к женщине. В этом мире я только прохожая. Ты махни мне веселой рукой. У осеннего месяца тоже свет ласкающий, тихий такой. В первый раз я от месяца греюсь, в первый раз от прохлады согрет. И опять и живу, и надеюсь на любовь, которая уж нет. Это сделала наша равнинность, посоленная белью песка и измятая чья-то невинность и кому-то родная тоска. Потому и навеки не скрою, что любить не отдельно, не врозь. Нам одной любовью с тобою эту родину привелось. Сергей Есенин. «Клён ты мой опавший» и «Отговорила роща золотая». Сергей Зуков. Клён за
звучать песни на стихи Егора Рубцова. Конечно, эти поэты, они очень тонко чувствуют вот эту природу родного края. И попав к вам сюда, в Литву, конечно же, мы просто восхищались и любовались, когда проезжали по этим бескрайним пустым лесам, когда любовались этими высокими, просто грациозными соснами, березками. Ну, природа просто шикарная. Ярко-желтая листва, и несмотря на то, что дождь и погода хмурая, вот это настроение, осеннее настроение, оно не сказать, что грустное, оно чуть-чуть легкое, грустинное, но оно должно быть замечательным и очень легким и душевным. И я думаю, что в этом помогут вам наши музыкальные произведения и песни. Ну а сейчас исполнение ансамбля солистов Ленинградского оркестра русских народных инструментов прозвучит произведение Евгения Дербенко «По улице вечерочком».
куда дальше могут, как говорится, отнести человека. Вот, и, собственно, да, это очень полезнее, такие все-таки мысли в голове, чем нежели другие. Вот. Надеюсь, вы поняли, о чем я говорю. Да? Не жалею.
Чувствуем каждый по-своему эти стихи, эти песни, эту музыку
стихи нам в этом сегодня помогает. Ну и, конечно же, мы любим стихи Есенина, написанные о любви и по любви. Я помню, любимая, помню, сияние твоих волос, нерадостно и нелегко мне покинуть тебя привоз. Я помню осенние ночи, березовых шорох теней, пусть дни тогда были короче, луна нам светила длинней. Я помню, ты мне говорила, пройдут голубые года, и ты позабудешь о ней, с другой у меня навсегда. Сегодня цветущая липа наполнила чувством опять, как нежно тогда я сыпал цветы на кудрявую прядь. И сердце остыв, не готовясь, и грустно другую любя, как будто любимую повесть с другой вспоминаю тебя. Сергей Есенин, стихи о любви, Шаганы, письмо к женщине. Сергей Цыков. Просто ты мне любви моя,
Знакомый.